Память о выдающемся инженере-атомщике Юрии Иванове увековечили в Нижнем Новгороде. На здании инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» на площади Свободы сегодня открыли мемориальную доску. Юрий Иванов проработал более 40 лет в атомной отрасли. Он принимал участие в реализации крупнейших инвестиционных проектов компании. Пуск 4-го энергоблока на Калининской АЭС, 3-го на Ростовской, также руководил проектами по строительству Белорусской и Курской атомно-энергетических станций.